10 октября состоялась публичная презентация экологического отчета Смоленской атомной электростанции. С природоохранной деятельностью градообразующего предприятия познакомились педагоги образовательных учреждений, представители общественных организаций города и средств массовой информации. Благодаря таким встречам становится очевидно, что подобные объекты не представляют опасности. Люди понимают, что атомная энергетика – это безопасно, что это экологически чисто, что доверять атомной энергетике можно, и можно говорить о ее дальнейшем развитии. По итогам ежегодных проверок Смоленской атомной электростанции эксперты подтвердили ее соответствие международному стандарту по эффективному экологическому управлению. Природоохранная деятельность станции высоко оценена госкорпорацией «Росатом». В 2018 году Смоленская АЭС стала лидером в номинации «Экологически образцовая организация концерна «Росэнергоатом». Так как мы здесь слышим, что именно делает Смоленская атомная станция для безопасности, мы уверены, что мы живем в экологически безопасной обстановке. Вот что касается нашего города, я сказала бы, что вот он, правда, он преображается. Год от года преображается. И я думаю, что в этом преображении занимают большое место и, в общем-то, наши органы управления, муниципального и так далее. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.